Перебьем двойка. И правый шаг назад. Еще раз двойка. Правый шаг назад. Делаем тоже 2 минуты. После этого прорабатываем супер панч. С одной. С другой руки. После этого делаем супер панч. 2 боковых и уход средней атаки. Продолжим. Также с другой. Супер панч. 2 боковых. И уход средней атаки. Продолжим. Делаем тоже 2 минуты. Повторяем бэквист. Шагом вперед. С одной. Шагом вперед. С другой. Бэквист. Двойной на месте. С одной. С другой левым. И через комбинацию. Два прямых боковых, бэквист, бэквист. Еще раз, 2 прямых боковых, бэквист, бэквист. После того, как сделали все комбинации, которые написаны в плане, я показал основные моменты. Мы делаем 2 раунда. Грустими руками, двигаемся вперед-назад, вправо-влево, уходим с линии атаки. Как всегда, в промежутках 30 выпадов, 30 прыжков в длину, 30 сжиманий. Приступаем к отработке ногами. У нас сегодня отработка прямым ударом в корпус, правой левой ногой. Начинаем с левой, начинаем с места левой ногой. Правой ногой. Еще раз. Левой. Правой. Делаем 2 минуты. Через шаг. Он может быть короткий шаг. Он может быть длинный шаг. Еще раз. Короткий. Длинный. Делаем тоже 2 минуты. Теперь чередуем с передней ноги, с задней ноги. Также с другой передней ноги, задней ноги. Делаем 2 минуты. Теперь бьем мидл с правосом и на подшаге бьем прямой ногой. Еще раз. Мидл с правосом, подшаг прямой ногой. Делаем тоже 2 минуты. И теперь бьем прямой и прямой с разворота. И с другой также прямой и прямой ногой с разворота. Все делаем 2 минуты. После того, как отработали все комбинации, мы делаем бой с теми ногами. 2 раунда за 2 минуты, как всегда. Двигаемся, бьем силу дыхания. Два раунда за 2 минуты. В промежутках выпады. Прыжки по 30 раз. Прыжки в длину. Приступаем к отработке. Руки-ноги. Работаем комбинацию руки-ноги. Начинаем. Берем мидл и левый боковой на отходе. Еще раз. Мидл на отходе. Делаем 2 минуты. Левый мидл, правый шаг назад. Левый мидл, правый шаг назад. Тоже делаем 2 минуты. Теперь через двойку. Эти же комбинации с одной, с другой. Теперь через прямой удар в корпус бьем двойку и прямой удар. Передуем с левой, с правой. Еще раз двойка, прямой удар. Передуем с левой, с правой. Делаем на 2 минуты. Теперь комбинация. Через супер панч повторяем. Фронт кик, супер панч. Еще раз. Фронт кик. Суперпанч. Делаем 2 минуты. Так, теперь через бэквист бьем мидл. Разворачиваемся. Бэквист. Мидл. Разворачиваемся. Бэквист. Тоже делаем 2 минуты. Через комбинации. 2 прямых боковой. Бэквист. Еще раз. 2 прямых боковой. Бэквист. Делаем 2 минуты. После того, как сделаем всю отработку комбинации, то, что написано в плане,
Я показывал вкратце, вы делаете более подробно. Мы делаем правую руки, ноги, пустим. Двигаемся вперед назад, право-влево, используем силу удара. Два раунда, промежуток, как всегда, выпадает, выпрыгивание вверх, отжимание. Делаем все по 30 раз. После того, как сделаем основную часть отработки, мы начинаем дорабатывать с гантелями физические упражнения для развития жесткости удара. Начинаем толчки от руки. Три раунда по 30 секунд делаем. Прокачиваем бицепс и плечи. Три раунда по 30 секунд, чтобы руки в бой не опускать. Спина. И по 30. Плечи отдельно. Вращение только с более легкими гантелями. В одну сторону, минуту, в другую сторону. Стоп. Ускорение. Три раунда. Все удары первые. Три раунда. По 30 секунд. Прыжки с гантелями. И по 30. Прыжки в длину с гантелями. И по 30 секунд. После этого, как всегда, прокачиваем пресс, нижний пресс, держим ноги 2 минуты, крест-накрест, прокачиваем пресс и делаем форвард. 3 раунда, отрабатываем эти движения. Как всегда, после этого мы завершаем тренировку растяжкой, тянем каждую ногу в отдельности и закачиваем шпагат. И последний дыхательный, как всегда, для снятия напряжения, делаем глубокий вдох, выдох, встряхиваем плечики. 2 раунда, 1,5 минуты. На этом тренировка закончена. Спасибо, здоровья и не болейте.